я тут танцевал, когда ходил пешком по столу. Детки знают и покажут лучший мастер-класс. Не умеешь отрываться, заходи в наш дэнс-класс. Где танцпола больная боя, детки никогда не ноют. Правило одно простое, прям никаких все только в голове. Лучше закрой глаза, так это лучше. На паузу или на репите. Подождите, это что ли тот самый старый пульс наших челленджев? Кто помнит? Yeah! Офигеть, а что будет, если нажать на паузу? Офигеть, стоп, здесь кто-то реально менял батарейки? Так, а что это за кнопка на репите? Ребята, поем все! В каждом городе, в каждом районе, в каждом плейлисте, в каждом доме, и уже в твоем телефоне эта песня на репите из колонок, из машины открытых окон. Мы на ленте у всех знакомых, и теперь танцуем все вместе. Танцуем все вместе. Ручки выше! Танцуем все вместе. Мы двигаемся в такт навстречу ветру, навстречу солнечным лучам, навстречу лету. Пора простых движений, почти ритм. Мосты притягивают нас, словно магнитом. Этот бит зажигает пламя и весь мир.
танцуй с нами в Австралии, тот в Риме и Амстердаме, пусть весь мир танцует с нами. В каждом городе, в каждом районе, тоже были все, кто там в доме, и уже в твоем телефоне эта песня на репите из колонок, из машины открытых окон. У меня лети у всех знакомых, и теперь танцуем все вместе. Танцуем все вместе. В прямом эфире мы сдаем бренды, ловим улыбки, добавляем тренды. Почту ритм нового поколения. Это наша музыка, это наше время. Снова бит зажигает пламя и весь мир танцует с нами в Австралии, Токио, Париже и Панаме. Пусть весь мир танцует с нами. В каждом городе, в каждом районе, в каждом плейлисте, в каждом доме, и уже в твоем телефоне эта песня, эта песня. На репите из колонок, из машины открытых окон, у меня лети у всех знакомых, и теперь танцуем все вместе. В каждом городе, в каждом районе, в каждом плейлисте, в каждом доме, и уже в твоем телефоне эта песня, эта песня. На репите колонок, из машины открытых окон, у меня лети у всех знакомых, и теперь танцуем все вместе. Танцуем все вместе. Танцуем все вместе. Ребята, я предлагаю заснять маленькое короткое видео. Как вам идейка? Хорошо, тогда приглашаю своих родителей! Громкие аплодисменты для них! Всем привет! Привет, Москва! Так, мам, пап, вы пока что тут объясните ребятам, а я пойду переоденусь, хорошо? Окей, давай, хорошо. Как вас много сегодня! Вау, просто! Как настроение? Смотрите, ребят, мы хотим снять очень интересное видео, сделать этим видео Милане сюрприз. Что нам нужно для этого? Сердечки. Посмотрите, пожалуйста, вокруг, на местах есть сердечки. Ребята, танцпол, вам тоже должны выдать сейчас сердечки. Посмотрите, вот обратите внимание, люди у входа есть. Возьмите эти сердечки. Что мы будем делать? Дима снимает, я как будто Милана. Милана вот здесь вот идет, сейчас она придет после того, как переоденется. Она говорит: ох, как жалко, кажется, никто не пришел, здесь так тихо. Или нет, она поворачивается к вам спиной, и вы все вместе кричите: Милана тут! Понятно? И поднимайте сердечки как можно высоко. Да, может быть, давайте порепетируем? Давайте. Давайте сейчас сначала, давай сначала просто прорепетируем. Я говорю раз, два, три, и вы кричите: Милана тут, хорошо? Раз, два, три. Вот очень круто, неплохо, круто. Но сердечек не хватает вот здесь. Ребят, постарайтесь сердечки получить. Вот их сейчас идут, раздают. Все попадете в тренд. Сейчас будем снимать крутой тренд. Мы вас тоже очень-очень любим. Всем спасибо за плакатики. Так, давайте порепетируем. Я Милана. Дима сейчас снимает. Вот Милана стоит и говорит: эх, сегодня мой первый сольный концерт, но кажется, сегодня никто не пришел. Что-то такое она будет говорить. И поворачиваясь сюда. Милана тут! Вот. Ой, как здорово, у вас почти есть сердечки. Осталось чуть-чуть добить вот эту вот историю с сердечками. Только когда будет Милана, надо сделать гораздо круче и лучше. Ладно, договорились? Давайте, прям не подведите. Сейчас скоро Милана погромче выйдет. Так, сердечки, Милана еще есть, одевается. А мы с вами еще немножко не готовы. Мы будем начинать снимать, когда будут сердечки у всех.
Давайте еще раз порепетируем. Я говорю выше. Раз, два, три, а вы поднимаете сердечки, чтобы мы увидели, они у вас есть или нет. Раз, два, три. Вот. Только что-то балкон не поднимает. Балкон, поднимайте сердечки. У балкона его не... Балкон, вы тут? Балкон, вы тут? Балкон, пошумите. Давайте так. А балкону сейчас... не раздали сердечки. Ух ты, вот это круто. Давайте сейчас порепетируем. Ребята, я тут, я уже переоделась. Ну все, теперь без репетиции, ребята. У вас вы не должны продолжать, поэтому давайте, пробуем. Все готовы? Готовность номер один. Начинаем снимать. Ребята, я тут пришла выступать на свой сольный концерт, а меня тут никто не ждет. Или же... Большое, можете круто идти. Аплодисменты, аплодисменты моим родителям. Ребята, а вы наоборот, доставайте свои телефончики, ведь сейчас будет крутая песня TikTok. Погнали! Доставайте все, все, все. Залетай на мой блог, поснимай тикток, руки все в потолок, теперь мы новый рок. Залетай на мой блог, блог, поснимаем тикток, ток, Залетай на мой блог, поснимаем тикток, руки все в потолок, теперь мы новый рок. Залетай на мой блог, поснимаем тикток, вместе горы свернем, загоримся огнем, фотографии твои, неужели ты не видишь, что мне скучно? Забери, забери мою печаль. Будем громче все кричать, когда видосы залетают. И не могу молчать. Лайк или нет, что за глупый коммент? Чувство есть или нет, это лав или бред? Лайк или нет, что за глупый коммент? Чувство есть или нет, это лав или бред? Залетай на мой блог, поснимаем тикток, руки все в потолок, теперь мы новый рок. Залетай на мой блог, поснимаем тикток, вместе горы свернем, загоримся огнем, друг другу в глаза. Но если смысл в игре, ведь снова выиграю я. Давай будем петь вместе веселые песни, на плохом настроении нажимаю на крестик. На-на-на-на, напиши мне как ты там. Пара-па-па, побольше фоток в инстаграм. Тара-ти-ти, ти-ти, побудем я и ты. В руках яркие цветы, всех бесит наши посты. Залетай на мой блог, поснимаем тикток, руки все в потолок, теперь мы новый рок. Залетай на мой блог, поснимаем тикток, вместе горы свернем, загоримся огнем, Но хотела вам сказать то, нет, что... Нет, я не понимаю просто. Перестань. Ну как ты мог не сейчас нажать? Сейчас концерт, шоу идет. Ну что ты так все портишь? Ты взял просто все испортил и просто-напросто не снял я это видео. Я нажал на рек, говорю, я тебе прям на красную Слушай, кнопку нажал. Я не хочу даже слушать это. Ребят, вы, наверное, тоже не любите, когда ссорятся родители. Вы реально не любите, когда ссорятся родители? Ведь я очень сильно не люблю. Я не понимаю просто, зачем так делать? Спорит папа, спорит мама.
своем. Ежедневная программа, по которой мы живем. Отвернувшись, мама плачет, папа с каменным лицом. Почему нельзя иначе? Это как кошмарный сон. Я же рядом, я все слышу, даже когда закрыта дверь. Хочу, чтобы мамы и папы, всех детей на планете любой, задумались, что чувствуя мы, не причиняли нам боль. Я хочу, чтобы мамы и папы, всех детей на планете любой, задумались, что чувствуя мы, и дарили нам только любовь. Ребята, поднимайте все свои телефоны и включайте фонарики. Дарил нам только любовь. Я не вижу ваши фонарики. Дарил нам только любовь. Мама с папой снова спорят, неизвестно почему. Кто и для чего их ссорит, до сих пор я не пойму. Может, я сегодня где-то что-то сделала не так. Вдруг не то на мне надето, или в комнате бардак. Улыбнитесь, помиритесь и пойдем со мной в кино. Стоп! Я хочу, чтобы мамы и папы, всех детей на планете любой, задумались, что чувствуя мы, не причиняли нам боль. Я хочу, чтобы мамы и папы, все дети на планете любой, задумались, что чувствуя мы, и дарили нам только любовь. И дарили нам только любовь. Дарили нам только любовь. А, как мило! Так, все, хватит грустить. Так, стоп. Что это за... Офигеть. Ладно, ребят, давайте дальше петь песню «Собаку». Надоело петь про солнце, дождик с утра. Рассказать всем правду давно пора. Все же знают, если не сейчас расскажу, всей планете я свою мечту покажу. У меня всегда друзей и полный дом. Только эта песня, ну совсем не о том. Все же знают, кто для человека друг, кто меня поймет совсем хуже подруг. Буду повторять, важно понять месседж мой. Мам, купи мне собаку. Пап, хочу я собаку. Мам, купи мне собаку. Пап, ну как без нее? С папой не дают ответ на вопрос. Каждый день твердят, что это все не всерьез. Я не обижаюсь, улыбаюсь в ответ. У меня есть план, хочу мечте я. Привет, ребят! Раз такое дело, я смогу и сама. Ухожу искать себе щенка, но на всякий случай повторяю вопрос. К маме пришел в гости нервоз. Буду повторять, важно понять месседж мой.
Мам, 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 купи мне собаку. Пап, 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 хочу я собаку. Мам, 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 купи мне собаку. Пап, 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 ну как без нее? Пришли, чтобы поздравить тебя с твоим первым сольным концертом в Кромкосе. Друзья, это круто! Милана, это тебе! Спасибо большое, ребята! А вы узнали, это мои друзья и актеры из сериала «Лето»! Как мило! Слушайте, а может быть все вместе споем свою песню из сериала? Давайте, ребят, как вам идейка? Хорошо, поем все вместе! Открываю окна шире и живу в прямом эфире. Никаких уроков и звонков. Во всех морях солнце улыбнись, скажи, лето маленькая жизнь. Все вместе! Крепче друга возьми за руку. Это лето прогонит скуку. Миллион историй впереди. Нас с тобой согревает солнце. Стало все так легко и
скажу пока. Крепче друга возьми за руку, это лето прогонит скуку. Миллион историй впереди. О-о-о. Нас с тобой согревает солнце, стало все так легко и просто. Луку! Сергея Филина! Алиса Дё! Таисия Скоморохова! И Герыч! Так, ребята, это такое большое событие. Давайте посмотрим, как все начиналось. Привет! Привет! Thank you.
супер! Тогда поем дальше! Всех люблю, мои хорошие! Ма! Я всех очень люблю, очень рада, что вы сюда пришли! Кстати, давайте пока заснимем видео маленькое, может, как вам? Жаль, что тут, конечно, не заснялось, но мы сейчас круче сделаем. Смотрите, давайте доставайте все свои телефоны, я такая остаюсь, грущу, а потом, когда поворачиваюсь на вас, вы все с фонариками такие крутые, окей? Хорошо, доставайте, давайте, жду. Жду, смотрю на все фонарики. Так, фонарики, 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 фонарики. Я жду фонарики. Жду, жду, жду. Давайте, доставайте, сейчас начну снимать уже. Раз, два, три, начинаю. Ребята, я тут пришла на свой сольный концерт, а у меня тут... Всем спасибо! Давайте еще так сфоткаемся, подождите. Подождите, не убирайте, давайте еще сфоткаемся. Улыбайтесь, каждого потом увидите в моем телеграм-канале. Спасибо всем! Ну что, теперь готовы танцевать? Погнали! Открываю окно, сон встал давно, это значит новый день ждет. Набираю друзьям, ровно два по местам, мы стартуем навстречу всем мечтам. Вижу искры в глазах, мы уже в облаках, как же классно, когда мы вместе. Нас не остановить, с нами лучше дружить, стой, бежай, не стой в стороне. Смотри, как горят огни, и ты сможешь, как они. Мы бежим по облакам и не смотрим ниже. Если посмотреть вперед, точно станем ближе. Рядом лучшие друзья, за тебя поддержат. Мчим быстрее к своим мечтам. Все давно говорят, что мечтать не вариант, лучше мыслить вам о реальном. Хватит песенки петь, с неба не улететь, и пора бы вам просто повзрослеть. Но здесь при глазах и огонь на щеках заставляет мечтать и верить. Нас не остановить, с нами лучше дружить, побежали ли мы с тобою. Смотри, как горят огни, и ты можешь, как они. Мы бежим по облакам и не смотрим ниже. Если посмотреть вперед, точно станем ближе. Рядом лучшие друзья, все тебя поддержат. Мчим быстрее к своим мечтам, кто же нас удержит? Ребят, а теперь давайте поем все вместе. Сначала я, а потом вы. Готовы? Я не слышу. Хорошо, тогда погнали! Раз, два, раз, два, три! Нас не остановить! Теперь мы! Нас не остановить! Громче! Нас не остановить! Еще! Нас не остановить! Поддержим папу! Громче! Мы бежим по облакам и не смотрим ниже. Если посмотреть вперед, точно станем ближе. Рядом лучшие друзья, все тебя поддержат. Мчим быстрее к своим мечтам, кто же нас удержит? Спасибо! Папа, спасибо тебе большое! Спасибо всем! Ребята, а у кого-то есть день рождения осенью?
Офигеть! Тогда давайте поем для вас песенку «Стере короче». Проблемы, лучки солнца скачут утром. И в этот день будет много улыбок, шариков, песни и разных открыток. Много друзей и подарки все сразу. Плюс одна знакомая фраза: все позовут тебя встретиться, можно и ты им скажешь: а что так срочно? Мы приготовили сюрприз, самый сюрпризный на свете. Мы приготовили секрет, самый секретный на свете. Мы приготовили тебе торт, самый вкусный торт на свете. Ну вроде ты уже понял, да? Стере, короче, с днем рождения! Родился мой младший братик Матвей. Хотя уже целый год ему. Давайте поздравим Матвея песенкой «Малыш». И для всех наших братьев споем эту песню. Готовы? Хорошо, а в этом мне поможет Никита Демин. Малыш,
пришел в этот мир, и мир стал добрый привет. Малыш, от улыбки твоей на планете светлей привет. Малыш, ты пришел в этот мир, и мир стал добрее. Хорошо, что есть мама, она все решит. Лайк поставила, музыку в уши. Если
весной тогда послушаешь, жми на сердце, слышишь стук. Милана тут! Да лучше знает мама, мама лучше знает, что. Да лучше знает мама, мама лучше знает. А у нас небольшие технические шоколадки. А давайте мы пока что с вами еще раз проверим вашу громкость. Я знаю, что вы нас всех очень любите. И мы вас любим безумно. Давайте сейчас попытаемся угадать, какая песня будет следующая. Подождите, подождите, музыку не включайте. Мы еще будем думать. А какие еще песни еще не прозвучали? Вы правы, сейчас будет песня «Funny Bunny». Но мы сейчас ждем одну маленькую деталь. Мне сейчас вот тут вот в ушко скажут. Готова? Готова! Ха-ха. Погнали, пойдем все! Розовый цвет объявляю нашим. Убегай со мной,
все здесь. И последний раз я хочу, чтобы вы сели все. Готовы? Вы не представляете, как долго я готовилась к этому дню, поэтому вы должны все петь. Такая сладкая bubblegum, давай разделим эту ленту напополам. Розовый цвет объявляю нашим, убегай со мной, никому не скажем. Ты такая сладкая bubblegum, давай разделим эту ленту напополам. Розовый цвет объявляю нашим, убегай со мной. Ребята, я очень рада, еще раз поздравляю, что вы все здесь. И я хочу поблагодарить моих родителей! Ты папу потеряла? Моих родителей! Папа! 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 Тигунина! Давайте, девчонки! Студия Торрес Павлова! Студия Торрес Лобня и Долгопрудный! Ребята, спасибо вам огромное! Я вас всех очень сильно люблю!